Привет, ребят! С вами Алина Лифеленко. Сегодня покажу, как сделать из резина Grand Balloon вот такой вот прекрасный браслетик на рогатке. Будем плести его на рогатке. Для этого нам понадобятся резиночки, крючочек и вот такая вот застежечка. Давайте начнем. Берем одну резиночку и надеваем восьмерочкой на рогатку. Берем еще одну резиночку и надеваем. Сбрасываем две резинки снизу. Теперь берем одну резиночку, накручиваем ее на одном столбике рогатки 2 оборота, отодвигаем тыльной стороной крючка эти 2 оборотика черной резиночки, захватываем оранжевую и перебрасываем на другой столбик. Надеваем еще одну резинку сверху. И сбрасываем эти 2 оборотика и одну резинку с этой стороны. Опускаем. Снова берем резиночку, накручиваем. Достаем под нее оранжевую, перебрасываем. И с этой стороны сбрасываем одну резиночку. Теперь надеваем еще одну сверху. Сбрасываем эти 2 оборотика и сбрасываем одну резиночку отсюда. Опускаем. Дальше надеваем 2 оборотика, достаем оранжевую, перебрасываем. Сбрасываем здесь. И надеваем. И так мы плетем весь браслетик. Таким плетением. Я проплету еще немножко, чтобы вы увидели узор. Нужно брать разноцветные резиночки, чтобы наш браслетик был веселый. Вот такой вот прекрасный браслетик у нас получился. Сзади он выглядит вот так.
Мы проплели такой размер, который нам нужен. Какой-то прекрасный, красивый браслет у нас пышет. Теперь мы сбрасываем эту резиночку. Подтягиваем. Сбрасываем эти резиночки на пальчики. Одеваем. Вот так вот. И закрепляем крючочком с одной стороны. С другой стороны. Вот такой вот у нас красивый браслетик получился. Если у вас возникают вопросы, пишите комментарии, я обязательно отвечу. Смотрите мои видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, до новых встреч, пока!